На Алтае начали сбор сахарной свеклы. В нашем регионе ее выращивают всего в 4 районах – Калманском, Ребрихинском, Топчихинском и Павловском. В последней территории собирать клубни начали в конце прошлой недели и уже прогнозируют урожайность в этом сезоне ниже обычного. Отсутствие дождей, это время, практически 40 дней не было дождя, конечно же, это тоже сыграло свою роль. На сегодняшний день, естественно, мы не добираем по урожайности, а нам нужна урожайность, нам нужен... И второй момент, это ранняя копка, естественно, по сахаристости ниже. Сейчас специалисты фиксируют средний вес корня в 400 с небольшим граммов. Недостаток сахара определят уже на стадии переработки. По словам директора, в этом году сошлось сразу несколько неблагоприятных факторов. Посеяли свеклу на 2 недели позже, летом было не так много дождей, а еще и сдавать клубни необходимо уже сейчас. Такие условия поставило павловскому хозяйству предприятие по переработке сахарной свеклы. До сентября производитель должен поставлять по 300 тонн клубней в день, позже по 500. Тем не менее, о недоборе урожая можно будет говорить лишь в конце уборочного сезона.